Ты же русский, скажи ему, он же не понимает меня. Вот, скажи, когда он... Ты меня не трогай. Блин. Паспорт дай мне. Ты не имеешь права мой паспорт забрать. Вот, товарищ лейтенант, вот. Видите, паспорт забрал. Я гражданин России. Нихуя, меня не слышат. Товарищ лейтенант, дайте, пожалуйста. Давайте, удостоверенно покажите мне. Удостоверенно покажите мне. Вот видишь, удостоверенно покажите. Вот русский человек, я, вот гражданин России. Удостоверенно покажите. Когда? Когда? Ты меня, думаешь, меня убьешь, посадишь? Нет. И что? Тогда покажи мой паспорт, дай. Дай паспорт мой. А, то пошел нафиг тогда. Ты завтра... Не-не-не, стойте, мужчина. Завтра ты посадишь, я тебя посажу. Вот видишь? А, и что?